Всем здравствуйте! Мы находимся в Shenyang Aerospace University. Сейчас рядом со мной находится госпожа Альбина. Она полностью отвечает за сотрудничество со студентами из стран СНГ, международного отдела. И сейчас мы попросим Альбину предоставить немного информации об университете. Альбин, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про специальности в университете. Какие самые хорошие специальности? Самые хорошие специальности, конечно, аэрокосмическое направление. От имени нашего университета приветствую вас приехать к нам на обучение, на посещение, на визит. А сколько у вас сейчас студентов? Из каких стран? В нашем университете более 1200 иностранных студентов из 67 стран. А когда студенты к вам приезжают, они живут в общежитии или они в квартире живут? Они живут в кампусе нашего университета. В кампусе? В нашем красивом кампусе. А расскажите, у вас кампус, он находится в центре города? Да, в центре города. Я знаю, что этот район называют самым активным районом, где много ресторанов. Да, да, да. Mm-hmm. Где много... Покушать мест. Покушать мест, да, да, да. Mm-hmm. Оживленное место для студентов. То ли называется студенческий городок с нашего города, на севере. Mm-hmm. У вас один кампус в городе? Да, вот единственный один кампус. Хорошо. А где студенты обычно кушают? Я же сказала, здесь оживленные. А, то есть они в части. Все студенты, они покушают в нашем университете. Но рядом много ресторанов и все место, где можно посмотреть и покушать. Хорошо. А скажите, когда они учат у вас китайский язык, они у вас, иностранные студенты, учатся отдельно или они у вас учатся сразу с китайскими студентами? Они отдельно, всегда отдельно, да, учатся. Нет, они общаются с иностранными студентами. С иностранными. Все в занятия входят, занятия китайскому языку. А когда... Кроме специальности, китайский язык бесплатный. А когда китайский язык они учат уже с китайским, когда специальность они уже учатся с китайскими студентами? Да. Нет, не с китайскими студентами. Всегда с иностранными студентами. Ну, вот такая вот информация. Поэтому, если вы приедете в этот университет, вы непосредственно будете общаться с Альбиной. Да, вот. Очень рада вас видеть. Да, на русском языке. И вам будут все объяснять на русском языке. Вот так вот.